Такие разные результаты при внешне достаточно похожей игре вчера и сегодня. В чем причина? Причина то, что мы вчера первый период провалили, не выполняли тренерскую установку. Вот, потом вроде бы начали выполнять, но везения не хватило. А сегодня с самого начала начали играть так, как нам говорили. Вот результат. Сегодня вторая такая же игра, 5-6 шайб, как самая первая. Это достаточно результативно. Смогли уже понять, прочувствовать, за счет чего удается все-таки реализовывать моменты? Да, я думаю, больше за счет старания. Кто старается, тому больше дается, как говорится. Сейчас старались, и получилось столько забить. Следующая команда тоже из Питера. Ну и достаточно быстро удастся сохранить вот этот вот боевой настрой. Да, я считаю, настроение. Что наоборот, лучше, когда игры чаще идут. Вот, так сказать. Не успеваешь потерять эту форму. Уже.